Играть на чем? Играть во что? Например, играть на фортепиано, играть в футбол. Если у нас музыкальные инструменты, мы используем предлог на. Играть на трубе, играть на гитаре. Если мы говорим о спорте, спортивных играх, значит предлог в. Играть в футбол, играть в баскетбол. А на каких музыкальных инструментах вы играете? Thank you.